Конец года – время подводить итоги. И для 80 школьников в возрасте от 8 до 13 лет, в числе которых и дети, оставшиеся без попечения родителей, уходящий год завершился по-настоящему сказочно. Те, кто закончил учебный год с отличием, а также сумел проявить себя на школьных олимпиадах, в спорте, музыке и других направлениях, получили шанс отправиться на главную елку страны в Москву. Все они собирались в столицу с нескрываемым волнением и радостью. Я даже в аэропорту никогда не бывал толком. Я впервые на самолете, ну, достаточно волнуюсь, но все хорошо. Думаю, что в Москве много чего нового узнаю. Но хочу посмотреть на достопримечательности, телебашню Останкино особенно. Мне хотелось очень поехать в Москву, увидеть, что в Москве есть. И вот я первый раз еду. Я тоже еду в первый раз. Ну, я тоже хочу увидеть Москву там. Ну и побывать на Кремлевской елке. Кстати, праздник для ребят начался уже в аэропорту, где их провожали Дед Мороз и Снегурочка, вручившие им первые подарки. В Москве же ребят ждала не только самая запоминающаяся новогодняя сказка, но и экскурсии в музей космонавтики и Измайловский Кремль, а также посещение представления в цирке Никулина.